Приветствую зрителей канала Russian Let's Play, с вами Анин Зука. В одном из прошлых видео я рассказывал вам о легендарных мультивселенных в игре Injustice 2, которые появились довольно-таки недавно, и они очень сложные, сложные в плане того, что сложно их пройти, сложно в них попасть, чтобы их пройти, да? Я уже делал видео, где я объяснял способ наиболее быстрого прохождения этих мультивселенных, но это не значит, что... То есть способ наиболее быстрый, но не значит, что их на самом деле очень быстро открыть и пройти. И, в общем, за это время я успел все-таки открыть первую только пока башню. Первую башню, стоящую из трех, я так понял, соперников. Вот, и как бы хочу сейчас вот прям для вас вместе с вами ее пройти. Видите, тут стоят справа условия и галочки, что все, я выполнил. В общем, тут 1000 кредитов, 1 000 000 кредитов, 100 переходов по аренам, 200 злодеев Аркхема. Это все в роли Бэтмена надо было сделать. Пройти на харде башню за Бэтмена. 100 супермувов. Ну, типа X-Ray, прикончить 100 соперников. В общем, все я это сделал. Вот. И давайте сейчас вместе с вами пройдем. Попробуем пройти. Не знаю, какая тут сложность. То есть, ну, что вообще тут из себя представляет эта башня, я просто не знаю. Это первая башня легендарная, которую я прохожу вместе с вами. А в дальнейшем мы посмотрим, будет ли вам интересно, может вы захотите увидеть, чтобы я все-таки при вас всю эту мультивселенную прошел. Но опять-таки на это уйдет время, потому что вот именно попасть в эти башни сложно. Надо вот копить вот этот вот. Ну мы потом посмотрим. Итак, Брэйниак первый соперник. I'll beat you, Brainiac. You are not exceptional, Batman. I'm full of surprises. Бэтмен у нас полон сюрпризов, да? О, тут нам Бэтгёрл будет помогать. И это круто, кстати. Я уже встречался с Бэтгёрл. И у нее очень крутая помогалка, скажем так. Ну окей, давайте. Вот она. То есть мы сразу же выходим на комбу после того, как используем Бэтгёрл. Что-то пока броня как-то не особо... толстый. Нам даже Бэтгёрл не особо нужна, чтобы его побить. Оу. Лоханулся. Хочу еще раз попробовать эту комбо сделать. А он не дает. Ух ты, блин. Я никогда не сдаюсь. Вы знаете, я не сдаюсь. И мы попытаемся еще... О, черт, из-за отскока. Ну, в принципе, это комбо обычно всегда делал и так. Но! Во! На один удар больше получается из-за помощи Бэтгёрл. И, кстати, да. Раз уж мне... Я выполнил условия с завершением боев с помощью X-Ray, мне теперь нужно выполнить условия для следующей башни. И это завершение боя с помощью парирования плащом, что я сейчас и сделал. Там еще нужно накопить будет. Но мы посмотрим, сейчас мы эту башню пройдем, когда мы потом посмотрим, что мне нужно еще выполнить для прохождения. Итак, зеленый фонарь. Что он нам сейчас покажет. Тут как-то странно была башня, там было что-то... Второй этаж был какой-то самый здоровый. Мне так показалось, я не знаю. Зависит от этого что-то или нет. Просто какие-то сюрпризы должны же быть в этих башнях. Они же не просто должны быть какими-то, да? Легкими. Может, соперники посложнее. Ах, да что такое-то? Блин, отскоки делает. Жалко, что падает он все равно, то есть не позволяет комба дальше продолжаться. Ты думаешь, что может реально длинную комбу сможешь с этим сделать, но... Ну нифига. Ого. Ага.
Неплохо. Да почему ты... Окей. Ой, препарирование забыл. Черт. Ну ладно. Увлекся. Увлекся, Бэтмен. Вроде обычный второй этаж, обычный соперник. Ничего особенного пока что. Не знаю. То есть, возможно, в этих башнях ничего сложного нет. Самое сложное именно выполнить все условия, чтобы эти башни для тебя открылись, да? Но это странно. По идее, могли бы и башни сделать такие подхардкорнее. Может, дальше следующие будут хардкорные. Но что-то вот пока что легкотня. I'm sorry, Dinah, you're not ready. I sure as hell am ready. I'll be the judge of that. Begin. О, вот это можно было тоже, наверное, скомбить. Но нужно знать, в какой момент все-таки закинуть этот... как он там называется-то? Во! Блин! Вечно что-то срывается, а? Ну что, как обидно. Как канарейка начинает что-то делать, сопротивляться. О! 47 урон, неплохо. Тут что-то этот еще меня запрессит, да? Ух! Вколотила Бэтмена. Ох, а тут теперь не ловится, да? Ну давай, ладно, поймаем тебя на контратаку тогда. Блин, если получится. Получилось, все, по идее. Первая башня пройдена. Так, давайте посмотрим, что там напишут сейчас. Так. Четыре алмазные коробочки нам за нее дали. Итак, значит, да, башенка совсем простая на самом деле. Ну, сложность средняя стоит, ну, как бы, для меня это уже простоватенько. Пройти можно только один раз, видите, внизу написано «Event can only be completed one time», то есть все, больше перепроходить я ее не могу. И дальше, значит, что теперь у нас следующее? Следующая у нас вторая башня идет, которая уже там 5 этажей, и тут у нас нужно пройти ивентов с боссами. 75 штук, уже 49 я прошел за Бэтмена, опять-таки, да? 3 ляма урона нанести противникам, я только половину выполнил. Причем я много за Бэтмена играл, и это реально долго делал, этот урон на Бэтмена. И 81 из 100 золотых гильдийских коробок скрыть. Ну, то есть, соответственно, каждый день я получаю одну гильдийскую коробку, когда я набираю 500 очков, вот это вот, максимум норма гильдийской очков, 500. Вот, за это дают золотую коробку. Ну и плюс надо проходить какие-то мультивселенные гильдийские, тогда вот я смогу этим открыть. Ну, на это время еще уйдет, наверное, неделя, я думаю, ребят, не меньше. То есть я специально не буду там сутками сидеть, как бы, да, я потихонечку это делаю. То есть захожу каждый день в игру и просто стараюсь больше за Бэтмена играть. Дальше что у нас тут? О, тут уже еще сложнее, да, тут это босс Бэтмен, и нужно пожертвовать 250 эпичных костюмов Бэтмена конкретно, да? Я пожертвовал 57, и это 57 это были накоплены за все время вообще, что я играю в Injustice. Вот когда я наберу еще 200, это спорный вопрос. Ну, конечно, сейчас алмазные коробочки, все дела, я смогу их поскрывать, и может там что-то выпадет, и потом пожертвовать. Вполне вероятно. А дальше что у нас тут? 300 мультивселенных надо завершить за Бэтмена. Это тоже, блин, это долго. Это долго.
Вот как раз таки 100 парирований плащом, я 37 уже сделал, то есть бой надо завершить парированием. Теперь я теперь все бои за Бэтмен буду пытаться завершить парированием. На X-Ray уже все. 1000 побед за Бэтмена надо сделать. 563 у меня есть. Ну и все. Предыдущая башня пройдена, как бы. Ну, точнее, пройти предыдущую башню вот эту надо. И все тогда. И вот тут вообще просто. Вот последняя башня нам автоматически откроется, когда мы это пройдем. То есть самое сложное вот накопить на эти две башни, их пройти, и пройдем последнюю, и мы получим тогда уже легендарное снаряжение Бэтмена пояс специальный. Вот такие дела, ребят. Ну что ж, на этом все. Если вы захотите увидеть мое полное прохождение вот этой мультивселенной за Бэтмена, то есть чтобы я постарался, открыл все эти башни и прошел прямо для вас на видео, то обязательно поддержите большим пальцем, то есть поставьте лайк под этим видео, напишите об этом в комментариях. Вот. А это у меня все. Спасибо за просмотр. Напоминаю, что данное видео снято при поддержке наших зрителей на Патреоне. Они посмотрели этот ролик в первую очередь. Если хотите смотреть ролики раньше остальных, то тоже подписывайтесь на Patreon. Тем самым вы поддерживаете выход новых видео на канале. На этом у меня все. С вами была Нидзука. До новых встреч!